Это вот когда-то, Света, ты тоже угощала меня. Какие-то они меньше ты брала. Вот бери, пробуй, Андрей. Бери. Нет, это не я, это зрительница. Она сама военная медик, она после ранения. Ага. Из ЗСУ, там они с мужем стали делать вот такие моти, тут вот разные. А ну, я хочу прочитать. Видишь, видишь, смородина, тирамису, яблоко, дорублю было с сыром, у тебя съел классно. Орео, Бейлис. Вот возьми вот это Бейлис. Бери Бейлис, Андрей, пробуй. Скажи, Андрею, тут на один зуб те эти сами моти. Но они очень с хорошего теста. Помните, вы его приносили? Те какие-то грубые были. Какие-то мне не понравились. Вот эти вот. Эти вот. Что, мама? А мама сразу чаем закрывает. Ты, Света, взяла, сейчас скажу, какое. Вот эти, ну, бери, какое берешь. А, не, подожди. Тут подписано. Так, сейчас она возьме. Оно. Орео. Чек, оно. Печенье. Ага. Ну, что у тебя? Ну, оно не сладкое. Ты мне насоветовал. Не сладкое? Да. А ну, укуси сладкое. Ну, сообразно сладкое. Ну, какой-то такой странный. Мне очень понравилось, да, вкусные такие, да. Причем нежные. А ты с чем взяла? Отсюда ты взяла, да? Она, по-моему, с смородиной. Мне очень вкусно. Да, мама. Вот яблоко, ну, да, тирамису есть. Вот Коля хочет тирамису. Есть апельсин. Вот я хочу апельсиновый съесть. Они красивые, внутри как очень. Я. Смотри, какие они. А как их делают, интересно? Надо будет посмотреть. Смородина. Дуже смачно. О, Сникерс. Кто я съел? Я. О, понятно. Я съела дуже смачно. Понятно. Вкусное. Что не сладкий? Конечно, Сникерс сладкий. Оно все сладкое. Апельсин так себе. Сникерс больше сладкое. Дай бог мой. А я не знаю, что такие были. А я сегодня звонила сам в этом. Это такой, вот возьми. Так, а его нету. Я просто говорю, а что это такое? А Света съела. Так а что это очень такое? Очень вкусно. Бейлис — это такой коктейль, типа. Вот тут такое что-то со сливками, коньяк, что-то такое. То есть это с алкоголем съел? Не, я съела очень вкусно. Она вообще даже, ну, я тебе сказать, она... Вот не то, как... Коль, возьми, попробуй вот эту штучку. Какой мне не можно? А что тут все поели, почему мне не хочется... Тирамису возьми вот. Ну, як не оставили кусочек, вот. Да як все? Да взяли три штуки. Таким вкусом, что нельзя было мне оставить, каким то другим вкусом. Ну, тирамису тебе оставили. Ну, как-то я не подумала, что сладкое не ешь, я съела, все. А мне попался... Чего никто не думает? Я тебе внутри попался, я корешек. Ну да, там так сделано. Подписано. У тебя вот это тирамису. Ой, хорошо. Очень вкусно. Сделано тебя чисто. Сникерс не было. Этого не было. Что вы чудите? Апельсин же не было. Очень красиво. Внутри ты сказал, нема. Есть. Андрей каже, не сладкий. Попробуй. Это шмоти, они не должны быть сладкими. Так а попробуй. Это безглютеновое. Вкуснейшее, скажи. Вот это очень. Вот тут. А ну яке я взял? Это Андрей чудо. Вот это очень. Скажи, не сладко. Тут, во-первых, внутри творог. А там было с дорблю, я съел. Это я съем сейчас. Сыром дорблю. А це ж вкусно сыром. Очень вкусно. Ты сами делаешь? Сами, да, она сама военная уже женщина. Кусаешь, аж во рту тает. Вот это мне очень. Кусаешь, а оно аж тает во рту. Вот это тебе на проповедь. Вкусно, скажи, да? Вкусно, правда? А тут сколько горихов. А это какое? А, это не горихи, это тирамису. Это тирамису, да. Я съела что-то. А, я съела, понял. Да. Коляня хотел просто, чтобы по кусочку все попробовали. Все вкусные, а мы съели, каждый взял себе по пирожному. Ты будешь на мамне жопу? Не-не-не, я не буду. Маме дают. Попробуй себе тирамису. Ну, тебе можно? А что нельзя, это ж... Да. Ой, что это такое? Коля подумал про всех, чтобы по кусочку дать. А тут внутри яблоко. Да? Писали, что кекс сырой. Такие сырые есть. Мне больше думаем, что тато с бабушкой приготовила. Я ел не сырой. Ну, не знаю, что они приготовили? Что вы маме приготовили за целый день? Мама пришла с работы. 8 часов. Что это такое? Пропадалечки. Так оно сыре есть. А ты что? Буду сейчас сама съесть. Глибке. Я так и знав. В каком смысле сама делать? Сейчас делаю яичко. А, ну тоже как ты супа не хочешь, то жаль. Нет, супа я чуть-чуть съем. Ну, выбачайте. Андрей в тиктоке сидим целый день. Целый день ничего не приготовить маме с работы. Сыре, да? Солянка со мной и все. Чего
суп-то, суп. Семен, нічого не їв? Суп зварили, чого? Семен, ти нічого не їв? Я не буду вже їсти. Бо я сьогодні тільки завтракав, я не обідав. Будеш салат я зроблю, бо я мамі буду робити. Салат буду. А супа є хоч маємо? О, а якого? Ну, салат тато робив. Ну, візьми черпак. Черпак візьми. Що там? Солянка пахне. Як ні? Солянка то маленький каструль. Солянка ось що сталося. А, це моя? Да. Понравилось тобі? Ну, мені понравилось. А мама говорить, що їй не сильно. Бабусь очень. Солене, то. Вона кисловата, вона ж должна бути. Вона почала говорити, що воно кисло. Вона ж не говорить, що кисло, вона говорить, солі багато. Ну, у нас солянка. Солі не багато. Кисло. Оно ж називається солянка. Оно должно бути як кисловатое, соляноватое. Солянка. Да, поэтому она такая и есть. Ты же раньше помнишь, как купляла тоже в банках не раз солянку псала? Ты открываешь, то оно сразу оно кислое. Не, она не купляла солянку ніколи, вона не їла таке. Та як не їла? Не їла. А де вона в лісі виросла? Ну на Западній Україні ну, вона не їла солянку. Солянки мало хто робив. Там такого нема солянка. Там більше бограч робив, отаке, знаєш, капусняк. В магазині продавали. Отаке, так. Да. А солянки не роблять. От я хочу капусняк зробити. Вкусняк очень вкусный, с ребрышком. О, я сделаю. Надо с ребра копченых. И капуста. Именно с копченых ребр будет вкусно. Ты хочешь с копченых? Угу. Вот с копченых, самых с копченых. Я сделаю. Только много не соли. Только же много не соли. Так если он будет делать с капустой соленой, с квасной, то все равно будет его отдавать. Ну тебя вымачивать, то все равно. Чуть-чуть будут отдавать кислоту. Мам, я ребра даю. А ты, по-моему, уже раз готовил. Капустняк нет, это имена. Нет, я перепутал. Ты что-то был с ребрами готов, я уже не помню. Гороховый суп. Вот что я делал с ребрами. Гороховый суп, нет? Капустняк не я готовлю. Не, я хочу полтавский хороший капустняк приготовить, полтавский. Полтавский? Угу. У меня есть рецепт. У меня Коля. Видишь, как я делаю у тебя приблизительно? Смотри, так раз. Отдали, видишь, на одном месте. У тебя рука просто не трясется. У тебя руки трясутся, ты как снимал? Да, нервы. Вот так переключаю. Вот так. Сколько нервы съели, что уже. У меня четко, раз. А что, руки отдалил ровно. У меня просто снимается ужас. Вот так переключаю. Вот так. Я роблю вже вам самелом салат. Смотри, Свята. А, ти сьогодні от Коля. Коля, як би так. Самел, ти не забудь свою кастрюлю забрати. Ага. Пустую, так. Тільки кастрюлі возить, тільки кастрюлі возить. Мама, з ума сходить. Ти давай, каже, адрес туди сразу, хай туди везуть. Моті каже, що ти везеш? Ти сразу адрес давай. Ти сразу давай, каже, щоб навіть до тебе не заходила. Рівнує страшно, якщо їдеш на ігрень. Ти там вже прописався. Я вчора спеціально ще уходив вечором. Уже було 11 часов. Я кажу, Ольга Леонтівна мене в гості зове волоси красить. Вона повірила, каже, їдеш туди. А ти будеш суптіми? Та не знаю даже. Я попробував би твій суп, да. Тільки, Свята, один Аполлонік, от в прямому смислі. От один. Я, да. У тебя колись Андрей, Ольга Леонидовна, говорит, я Аполлоник. Я себя сам. Вот это все, Света. Вот это один. Ты не ел? Света, все. Света, я насыплю. Спасибо, это два. Тату ж вас ждал. Бросай. Я маму накормил. А он горячий? Ты казала укладку, я думал, что еще муж долго. Ну, горячий. Я его как раз принесу. Мне всю ночь болела поджелудочная. Я думаю, что это от клубники. Нет, я ничего не скажу. Салат, всю ночь это поджелудочно болело, болело. Не могу сказать, что я сяду, что я есть, то не буду. Коль, ты тоже будешь суп? Всем мама место ест. Я не буду. Ясно, что салат только? Не, я не буду есть. А салат? От чего? Сметану дать? Так а нам что тогда делать? Сметану сама. Да не, я не буду, все, сейчас сметану.
Ну-ну. А где же тебе майонез или сметану? Майонез. Надо. Вкусно. Майонез. Я тоже не ем. Вот так перебьется сметана. Шапа, дай, пожалуйста, сморозить. Ну ты все время ешь со сметаной. Либо сморозим и укроп, либо... И больше сметаны, Оля Леонтьевна. Чего вам перебьешь? Нет. Кушайте со сметаной. Иди там, либо укроп, сморозить. Цибуля, по-моему, тут есть. Как ты хочешь, цибуля, я дам. А вот, мороз. Да. Бля, лишь мне кусочек капустинки. Сейчас, в порядке очереди. Кусочек, кусочек. Все, все, все. Я супки поела. Я петрушку нашел. Подожди, я с хлеба тебе отрежу. Холодно. Где грей капусту в микроволновке? Ну, капусту я в крови. Да ну, свежую капусту в микроволновке. Капусту надо есть, если жутко. Много наших не болит. Вуха будет дорослей, мама. Я капусту буду навести, будет я у короля вуха. Ну, я боюсь. Да, туда бы мне хлеб. Он сильно, да? Да я уже нарезал, да. Тебе дать хлеб? Ну, мне не надо. А что? Фу. Шо воно воня? Матерь Божья. Ой, шо воно воня? Шо це? Господи, шо ти їла? Шо це таке? Шо це таке? Ой, фу, аж желудок заболів от воня. Яке горіле щось, чи блін згоріч? Шо воно воня? В квартирі, гарю. Гарь? Гарь. А що ти робиш? Я не пойму. Мама, як ти їш? Об'ясни мені, пожалуйста. Тому що я їла другий раз. Що? Потому що... Когда позже? Що ти твориш? Об'ясни мені. Чому ти не можеш... Я зараз ужинаю. Що ти? Пустая, висохшая. Висохшая тарелка. Що висохша? Це укроп. Яке вона висохша? Який висохша? Висохшая тарелка. Тут... Тут, тарелка, тут не пойми, что. Где ты ела салат, объясни мне. Ну, я поела уже. Нема. Где? Врешь. Не ела. Не ела. Я еще не доела. Не ела, ты салат. Да. Тебе, понимаешь, в чем дело? Шо? Ты салат не ешь. Ела где? Я. Ну, сейчас вечером я съела кусок огурца и кусок. А надо есть салат, мама. А в обед ела салат. Ты понимаешь, что ты делаешь неправильно или не понимаешь? Ну, Самалка, ну салат... Есть тоже... салат надо всегда, 3 раза в день. Салат надо едать перед едой. Все, съесть салат. Сесть за стол, съесть салат, съесть суп, съесть творог, выпить таблетку. На все должно уйти 20 минут. На а прием. Я быстро так наем. 20 минут, это не быстро. Ну салат ти 5-6 ну, минут їш. А як риба є, Костя, перебираю. Я не ну 35 минут. Ну, да, і випить таблетку. Не ти маєш. Єш без алаби, ти часами, ти взагалі не приймаєш нормальну їду. Що це таке? Поэтому сахар високий, тому що ти не робиш те, що треба. Ти повинна їсти зелень. Без зелені все, дієти немає тої. Ти должна їсти тареляку. Надя один раз взяла, сказала. Та хай Надя, що хоче, хто каже. У Наді нема, в Наді, у Наді нет діабета. Ну ця трава теж надо. А чого ти не взяв оце на готову? Я хотіла... Фу, а жил... Що воняє? Не можу зрозуміти. Боже, аж желудок болить. Ой, ой, ой. Ой, Боже мой, який ужас. Ой, это цветочки Олеся мама разобрала. Видите, как красиво. Вот. Потому что там уже пропавшие. Я убрала. Вот красивые вот эти. Она ж спина заболела. Сколько я повыкидала. Ешь, мама, ешь. Сейчас упадет с тарелки. Сейчас вывалится то, что ты держишь. Ты должна поесть, не сидеть чуманеть. Понимаешь? Поела, сидишь 20 минут. Что ты ждешь? Ты должна раз, два, три съесть, выпить таблетку и закрыть рот. Ты уже дохлебала и сидишь. Это хорошо, я зашел, ты бы еще 20-30 минут сидела. Потом бы пошла творог есть. Потом бы еще что-то. Потом через час бы выпила таблетку. Это неправильно. Это неправильно. Понимаешь, почему у тебя сахар? Потому что ты распиздяйка, мама. Потому что уже зелень мне это тоже пить. Да не надо рассказывать. Делай капусту, шинкуй мелко. Капусту с редиской, другую капусту, одну. Сегодня капусты ешь. Один раз такой салат, один с капустой.
С огурцами, с капустой делай. Помидорчики добавляй туда. Свежая капуста, пекинская капуста, синяя капуста. Разные можно салаты делать с капустой. Ты же ничего не делать не хочешь. Ты только пожрать и валяться. Пожрать и валяться. Я в шоке. Брынзу їсти. Брынзу килограммы брынзы з'їла. А потом у тебя проблемы с сахаром, понимаешь? Потому что дурная голова, ма. Ну дурная голова, и все. Ты сама себе враг. Ты сама себе враг. Номер один. Number one. А потом, а что он кричит на маму? Что вы испытали, Роматейки? Иди сюда. Что иди сюда? Я на игрень собрался. Что ты не взял аджип? Забув. Я на игре не еду. Коли? Сейчас. Чего? Карты будем играть. И повезу свою эту. Повезу эту. Кого? Капустянку. И с пшеном? Да. И не каждый день. Вчера был, сегодня был, то и был. Не знаю. А ты в такое время ешь? Нет, мам, нет. А я не им. А через плечо, чтобы свинью не превращаться, понимаешь? Чтобы свинью не превращаться. И чтобы диабета не было, как у тебя, понимаешь? Что ты на кого-то смотришь? У тебя свои заболевания. Вони, вони. Які вони? Хто вони? Ну, где ти їдеш? Ти ж їдеш? На ігрі не їду. Ну, і везе ж їду. І що? І їдять, чи ж пізно. Попробують, хай їдять, завтра будуть їсти. Я все, що сварив, тарілочку попробував, все віддаю. Ну, хороша вийшла. Хороша, вкусна, очень, да. Я зробив так, як ми робили. Хороша. І з пшеном, да? І з пшеном, да. Ну, там дві ложки пшена. А картошка есть? Толчу, толку только картошку. Варится и толку. Я, и свежая в конце затирается там. Свежая на мелкую терку, сырая. Чуть-чуть в конце добавляется пол карташины. Ко-ко. Ну, сырой картошки надо в конце добавить. Сырой, а пюре тоже, да? Пюре, да, и сырая в конце, натертая на мелкую терку. Я такого не пробовала. Ну и не попробую, чтобы уже нельзя. Тарелку как ты держишь? Нормально, я, воно не випаде. Мама, я в шокі. Я в шокі, понимаєш? Я поздно обідала сама, поэтому поздно вечеряю. А таблетки я п'ю. Так надо вовремя, що ти йди, куди, де ти опаздуєш? 8 часов. Боже, я завтракаю, не 8. О, зараз 8 часов. А, ужин. Конечно, сахар буде високий. В больницу ее положить, а туда. Так кто будет в больнице это все? Бред это. Кому они всрались, эти старики в больнице? Кому они всрались? Знаешь, під низом там, як і відро було, чи щось таке. Там навпаки повно бумаги. Где? Ось це відеречко. Яке? Потом наверху така целлофанка. Это в букете? Знаєш, як тобі сказати, як пластилин. И ото в дырки ті були вставлені цветочки. И куда ты дела? Все повыкидала. Кто, Зина? Зину попросила, я бы не дотягла. Тяжело страшно. Я всегда вот отключила, думала, ты ушел, чтобы хоть одну вещь взял. А, ну конечно, тебе шо. А ты не будешь брать эту аджику? Я ее выкину. Чего ты ее выкинешь? Она хорошая, ты попробуешь? Конечно. Как это? Я пробовал, я сегодня ев. Значит, прибери ее. Коли. Значит, я ее забираю на игрень повезу. Там свет, Света с удовольствием съесть. Она очень классная. Ну, это на любителя, конечно. Грузинская джика. Ой, обалденная, ребята. Просто классная. Прям там женщина с мужчиной меня увидели на заправке. Я угостили. Классная. Ты безалаберная, мама. Безалаберная на 1000000%. Безалаберная. Я не буду ее.
Є так тут? Шоки, не буду. Все, давай. Пока. Таблетку не забудь выпить. Доедаю, ще чай попью, понимаете, она с брынзой. Не так просто. Надо разнообразие. Фрукты поїсти, те поїсти, як я фрукту ніяку не їла, вітаміни де мені брати. Я вже забув, що таке фрукти. Ой, Господи, помилуй. Спаси, сохрани, царство небесное, Маська. Ой, чого він кричить? Ти тут будеш, блядь, будеш, уже нервна система не в порядку. Я не знаю, как я выдерживаю. Чего мне кричать? Годами одно и то самое. Безалаберное. Сидит с тарелкой. Что ты сидишь? Да сядь ты за стол. Да поешь ты три раза в день себе спокойно. Ты же больной человек. Ты должна знать. Я сам не научен так есть. Ну, у меня работа, извините. Я что-то туда, то сюда мотыляюсь. Ненормированный день, непонятно. То есть репетиция, то отмена, то внезапная, то замена, то... Перемена, будешь с лоточками бегать, это только жа. Это человек сидит дома. Да, готовим себе то. Доготавливаю только салаты свежие. Все.